призывное настроение, чувство, ну, отдам долг родине и уже отлично будет. Хоть что-то полезное в своей жизни сделаю. Какое у вас образование? Среднее, полное. Один из классов, да. Внимание, призывникам. А что, какие планы вот, после армии? Попрощаться. После армии? Ушел из института, видите? Ушел, поступил в Вологодский государственный, это бабушка говорит. Хорошо, ради бабушки буду реабилитироваться и поступать в вуз. Я надеюсь, что будет поступать после армии. Я вам желаю этот этап с честью пройти. Выдержать, приобрести новых друзей, как сказал Сергей Владимирович уже, новые знания, которые вам помогут в дальнейшей жизни. Помните, что дома вас ждут ваши близкие, родные. Ну и помните, что вы все-таки хоть и уезжаете из города на короткий, непродолжительный промежуток времени, но все равно вы будете представлять, скажем так, флаг нашего города родного и помните, откуда вы. И мужчина становится настоящим мужчиной, когда берет в руки оружие для того, чтобы выполнить вот этот свой священный долг. До настоящего времени эти задачи, эти обязанности выполняли ваши отцы, ваши старшие братья. Сегодня пришло ваша очередь. Сегодня мы отправляем 15 человек вооруженных сил Российской Федерации. У нас молодые люди отправляются в ракетные войска стратегического назначения, служить идут в город Саратов, воздушно-космические силы, город Щелково и на Северный флот, город Архангельск. Значит, одна отправка, я бы так сказал, отличается тем, что основная масса отправляемых имеет образование 11 классов. Это молодые люди, те, которые, будем так сказать, мы не забрали осенью, либо те, которые отчислились из высших учебных заведений.